себя представляет, сейчас мы с вами увидим. Это все ее болельщики на трибунах. Я уже говорил, что она выступила на турнире в Загребе и выиграла его. Вот так приветствуют ее трибуны. Финляндия и Швеция, это все рядом. И, конечно, Кира Корпи, у нее огромное количество поклонников не только в своей стране и не только в Швеции. Конечно, рады, что Кира Корпи вернулась, но как же тяжело возвращаться после почти двухлетнего перерыва. А ведь женское одиночное катание благодаря российским фигуристам семимильными шагами ушло далеко вперед. И вот на фоне наших фигуристок, конечно, каскад, тройной флип, двойной тулуп выглядит уже таким пережитком. Но, конечно, была ошибка на двойном акселе. Коснулась она рукой льда. Но, тем не менее, она набирает высокую сумму за 7 компонент, за 7 технических элементов. Больше 31 балла. Ну, давайте смотреть, будет ли меняться эта оценка. Ну и, конечно, не обидели ее. Я уже вижу, не обидели ее в компонентах. Тут, конечно, старая любовь не ржавеет у арбитров. И сколько? Хореография 7,38. Где-то в районе от 7 до 7,5. Ее компоненты. Ну и все это предполагает... Ну, безусловно, она сейчас станет лидером. Тут сомнений быть не может, потому что за технические элементы самая высокая у нее оценка.
самые высокие. Но, судя по всему, она где-то в районе 60 баллов набирает. Может быть, она этот самый рубеж возьмет первой. Это уже будет определенная заявка. Правда, сейчас говорит, на что заявка преждевременная. Дождемся выступления наших участниц, выступления фигуристок из сильнейшей разминки. Но, во всяком случае, Кира Корпи вернулась. Кстати, вот на турнире в Загребе, который она выиграла, ее результат в короткой программе был 56,22. То есть сейчас результат будет заметно выше. А вообще ее личный рекорд в короткой программе, ох, как он уже давно был установлен, на чемпионате Европы 2010 года, то есть 5 лет назад. Это был результат 64,26. И, кстати, на том самом чемпионате она заняла только 4-е место. Это уже потом были бронза и серебро чемпионатов Европы. Кира Корпи, 6-0, 6-0. 60,60. Она становится лидером. То есть этот рубеж, о котором я говорил, 55 баллов, он оказался Кире Корпи неинтересен.